Классическая, но непременно любимая музыка должна радовать публику. В этом уверен художественный руководитель духового оркестра «Держава». Коллектив подготовил программу под названием «Кодекс рока», состоящий из русских и зарубежных хитов. AC/DC и Queen, Дарья Земфира, Парк Горького и, конечно же, группа «Кино». «Машина времени», «Арии» и «Сплин» репертуар составляли вместе с ульяновцами, поделился дирижер. После нашего первого концерта с рок-программой «Кодекс рока», да, мы сделали кое-какие изменения, исходя из комментариев слушателей, которые к нам приходили в соцсетях. Кому-то захотелось услышать группу «Арию» немножко более развернутом варианте. Кто-то написал, что было бы хорошо, если бы мы исполнили что-то из группы «Мумий-тролль». Поэтому мы за этим всем очень пристально следим. Кирилл Ильин собирается и дальше ловить рок-волну. Репетируя эту программу, художественный руководитель уже знает, что оркестр исполнит следующие разы. В дальнейшем мы обязательно сделаем программу, которая будет состоять только из песен и из композиций русского рока. Современная рок-музыка не только один из жанров, но и способ самовыражения и общения. Это мировоззрение, философия, образ жизни, породившая особую поэзию, изобразительное искусство и моду. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.